боится избавления. Проходите подальше, садитесь, пожалуйста. Царю небесный, утешителю души семи, и живи и вся исполняя сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очисти мы от всяких скверны, и спаси, блаже души наша. Господи, будь милости к нам грешным, благослови нас, Господи. Тебе слава веки веков. Аминь. Аминь. Так, кто еще не исповедовал, следующая исповедь будет 2 числа, 2 января, вечером. Счастье 3-го будет. Тише. Так, ко мне какие вопросы есть? Никаких. Президент конференцию проводил, сколько ему вопросов разных задавали, а здесь не задают вопросы. Так, я сейчас еду причащать Анну и Марию Яковлевну. Вот, у нас у Виктора Савченко умерла мама. Вчера были похороны. Надежда. Надежда. Вот. Она умерла, значит, с четверга на пятницу ночью. Вот она недолго болела. Ну, они уже, я не знаю, уже за 70 лет, уже под 80, наверное, уже было так. Ну, вот. Ну так. Слушаю вас. Ну, у меня не вопросы, так. А братья, сестры, батюшка, Геннадий Тихонович. Сейчас скажу. Я хочу выразить всем благодарность за молитву, которую все эти годы оказывали нашей семье. Наконец-то мы получили документы на дом. Дом готов. Благодарю вас еще. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо. Так, ну, что, нет, ко мне никаких вопросов. Не поедешь? Ну все, тогда я поеду. Сегодня вечером уезжаем. Нет, приедете в следующий. Я сказал, 2-го, 3-го. 2-го, 3-го, субботу будет исповедь, 3-го будет причащение. Все. Батюшка, вопрос.
Вопрос. Поступило письмо сегодня ночью. Я знаю, это, я прошу вас это оставить до следующего моего приезда, потому что я к этому я привезу еще другие документы, которые у меня есть дома. И тогда мы более обстоятельно это поговорим. Это, потерпите две недели, ага. Пока не разговаривайте об этом. Ладно. Ничего из этого не изменится, я думаю. Но если хотите, пожалуйста, вы ваше дело. Я сегодня долго думал и молился об этом. Мне не положено просто на сердце, что это пока нужно отложить это. Это ничего пока не изменит. Все. Потом я привезу другие документы, у меня есть, которые к этому приложим. И тогда мы более конкретнее можем уже поговорить об этом, обсудить это дело. И принять какое-то решение. Просто. Не просто там поговорить. А вам я только еще даю совет, братья, когда вы проводите занятия, то проводите занятия по блаженному Феофилакту, то пользуйтесь только им. Потому что я только слышу, и многие говорят, что вы очень уклоняетесь в другое. Смотрите, чтобы бревна, которые есть у нас, чтобы они не загнили, вовремя старайтесь вытащить свои бревна. А то, когда загниют, тогда трудно будет. Обломится он там, и его вытаскивать будет трудно. Угу. Так вот. Храни всех, Господь. До всех, Христос, ангелы храните вас. Братья и сестры, ну, сегодня, сами знаете, неординарный случай у нас тут был. Сестра наша, подходя к храму, потеряла сознание, упала. Хорошо, что это рядом здесь было. Сергей Павлович ее обнаружил, положили в машину. Ну, тут нет? Не я. Кто-то из братьев. Мимо ехали, просто увидели, что человек поднятия не может. Да. Значит, из этого нужно извлечь уроки. Уроки для каждого из нас. В том числе и для себя я тоже уроки извлекаю из этого случая. Во-первых, если я советую всем, Игнатий Ильич неоднократно говорил об этом, что нужно всегда иметь при себе документы. Удостоверение личности. Паспорт, медицинский полис и пенсионная вот эта карточка. Все, и если где-то лежал в стационаре, чтобы выписка была. Если кардиологически больные, кардиограмма с собой. Не хотите документы, сделайте копию. Но с собой, чтобы документы или копия документов была. Кто вы, что вы? Подняли вас, потеряли сознание, неизвестно куда и что, как. Понимаете? Это первое. Второе. Помолиться о ней нужно, у нее состояние духовное никакое. Это она вот крестилась, там хваталась еще вот этого, что-то там нужно ей в этой жизни еще. Не погрузилась как толком. Так и сейчас, вот лежит она и не может ничего. Все болит, все плохо, все плохо. Ну что значит плохо? Ну у тебя сознание есть, язык у тебя работает. Ты можешь объяснить, где у тебя болит, что и как. Тошнит тебя или еще что-то. То есть контакт нужен. А если контакта нет, ну ты животное что ли? Ну тогда с тобой ветеринара надо вызывать, а не скорую помощь. Потом, мы себя ведем неправильно. Вот это ротозейство, интерес пустой. Вот вокруг толпа сразу. Нужен человек, который может оказать помощь. Если кто-то понадобится, значит пригласят вас на помощь эту. Потом приехать, ну специалисты приехали. Прежде чем что-то делать, нужно выяснить, что у больного, что с ним, какое его состояние. А потом делать. Возгласы, да вы скорее делайте, ну что-нибудь скорее делайте. Но это нехорошо так. Ужасно. Понимаете? Вот извлечь из этого уроки нужно. Ну и я для себя делал тоже вывод урок. Вот как уже в очередной раз умоляю вас, молитесь о мне, чтобы я не делал ошибок в моей работе. Сегодня опять ошибка в отношении Галины. Мне не надо было давать нитроглицерин. Понятное дело, что первая мысль – инфаркт был. А у нее вроде как и инфаркта не было даже. Выписки нету, не знаем мы точно, достоверный диагноз. У нее, может быть, постинфарктный кардиостероз был, нарушение ритма было только. Почему она лежала только в первой городской больнице? Потому что там теперь уже инфарктного отделения нет вовсе даже, оказывается, как они говорят. У нее низкое давление, оно упало, у нее давление низкое, а мы ей еще нитроглицерин дали, потому что думали, что повторный инфаркт под язык нитроглицерин очень снижает давление дополнительно. Инфаркт у нее инвалидностью не дали. Ну вот, понимаете, вот так что вот...
Прошу вас постоянно молиться, чтобы мы не сделали ошибок. Врачиху надо есть. Сразу дали инвалидность. Ну и ее духовное состояние никакое, я повторюсь. Она сейчас ее уговаривает ехать в стационар, она говорит, у меня там вот еще кошки там у нее, там они, не могу их оставить, и еще мне дала ключи соседка, а соседка такая же, у нее там может быть еще больше этих кошек, что там нужно за ними ухаживать. Она в больнице лежит, эта соседка ее, и что вот она не может поехать из-за этого. Ну вот причина. Так что, ну вот, чтобы ее Господь разумел, наконец, чтобы она не цеплялась за этих животных, а думала о своей душе. И лежит, и вот кажется, что она думает о себе, да, что ей себя жалко, что вот у нее все это плохо, она себе не может... Вот если тебе плохо, ты себя жалеешь, ну так ты объясни, что у тебя, где болит. Не можешь говорить, покажи пальцем, здесь или здесь, где у тебя, что там, можно было как-то ориентироваться. Делаем выводы из этой ситуации. Сейчас вот стоял на службе и обратил внимание, вот посмотрите, это... Троицкий православный русский календарь на 2015 год. Первый раз я вижу в календаре 12 декабря, пятница, преподобного Германа Аляскинского чудотворца. Творим бдение. Служба преподобного Германа напечатана отдельной брошюрой. Или смотрите на интернет. Зри, двоеточие. И адрес интернета. Еще раз покажем. Ну вот интернет, адрес. HTTP. Двоеточие, двойная косая линия, Асанна, Руспортал.ру, индекс, и это пошло. То есть, современные. Ссылка, да, современная. Вот, так что скоро батюшки будут служить через интернет. Ну вот, такие вот мысли. И еще раз прошу, молитесь о мне, потому что... Это важно, а у меня вот под микроскопом смотрю, что мне Господь дал увидеть то, что нужно видеть, чтобы это сформулировать правильно, и чтобы это не было, пришел, увидел и наследил, а пришел, увидел, победил. Чтобы сформулировать правильный диагноз, и от правильного диагноза будут зависеть дальнейшие действия врачей и клиницистов, которые непосредственно общаются с пациентами. Ну и бывает, что и мы тоже общаемся с пациентами, потому что звонят там, вот когда будет ответ и какие ситуации приходится выяснять, и лабораторные данные, клинические какие-то данные, все это в совокупности оценивается, выставляется диагноз, от которого зависит дальнейшая судьба больного. Так что это очень важно, и прошу еще всегда молиться. Да. Как умирал не нужно, просто коротко, что умер и что молиться. Ну, говори. Я хочу, братья, попросить. Если это имеет отношение к спасению. Да, я считаю, что да. Мы свекра забирали к себе, он полгода у нас прожил. Был человек неверующий, но когда я его забрала, я сразу сказала, пап, мы молимся, мы постимся, все, ты будешь с нами? Он говорит, да. И мы с ним каждый день читали Евангелие, каждый день молились утром, вечером. Потом вызвали батюшку, мы покрестили, мы готовили с ним каноны покаянные, все, он у нас исповедовался, причастился. Ну и потом уже ухудшение началось, у него рак. Он постепенно начал угасать. И вот умирал он, можно сказать, на моих глазах. Я просто хочу рассказать, ну всем нам предстоит это важно, я считаю. А может мне да. Не предстоит? Машина задавит. Всякому однажды надлежит умереть. А как умереть, это не важно. Вечером мы помолились с Полей, но я уже слышу, он хрипит. Я их уложила, Полю уложила, все, и пошла к нему, думаю, он, потому что до утра не доживет, помогу ему. Еще буду молиться рядом. Да, поставила свечу, смотрю, у него глаза прям вот бегают, он чего-то боится, это видно, у человека глаза полны ужаса. Вот говорят, бесы пугаются, или смерть. Да, он уже не говорил, он только мычал. И вот он показывает глаза. Я начала на отгнание бесов, да воскреснет Бог, читать, да. Псалмы начала читать, все вот это, воду святую. И вот он у нас ничего не ел, не пил последний день, мы не могли ему ни ложечкой, ничего. А тут он рот открыл, я говорю, папа, святая вода, давай, говорю, выпей, говорю. И он прям рот открыл вот так, и я ему чуть там не полстакана, а еще вроде как, вот лей, я ему и водички этой святой, просфорки кусочек отломила, он его там... Молотил, и головку ему полила сверху. И смотрю, все, у него глазки успокоились, бегать перестали. Вот такое умиротворение мы с ним почитали. Потом думаю, моей помощи только мало. У меня сестры есть, мои любимые. Перебирала, села список, думаю, 12 час ночи, кого позвать?
Вот. Ну, остановилась я на Татьяне Кузьминишне, все-таки дорогая наша старшая сестра, она безотказная. Да. Она говорит, сейчас, Леночка, я соскочу, все, и мы будем вместе. И вот я почувствовала вот эту помощь. Вот один ты все-таки в поле не воин. А когда вот эта помощь идет, это очень-очень важно, поэтому, братья, сестры, если что-то случится, мне звоните обязательно. Я тоже встану и буду молиться. И все, я думаю, так. Просто мы вот не знаем. Объявляйте, кто хочет, чтобы у кого-то экстренная ситуация какая-то. Мы знали, кому ночью можно позвонить, кого не побеспокоить. Носите времена ваши на раменах ваших. Правильно? Я вернулась, опять начала читать. И смотрю, он, такое у него миротворение. Свечка догорела, я говорю, папочка, ты прощай. Я поняла, что он уходит, но уходит. Я не хотела, правда, вот смотреть, мне было страшно, как вот человек умирает, я не хотела. Я ушла. Я легла, лежу, я, конечно, уснуть не могу, прилегла, просто мы не спали несколько ночей, он кричал. А тут прилегла, лежу я, и понимаете, вот я минут 15-20 полежала, и у меня как такой взрыв изнутри, я просто лежу в своем доме, и вдруг вот такой взрыв, как вот душа вылетает, и аллилуйя, такое радостное состояние, мне как будто я под потолком вот запарила, как будто это я умерла, и у меня вылетела душа, я поняла, что он умер. Это во мне откликнулось, вот это вот его состояние просто. Я встала, захожу, смотрю, он ручки сам сложил, и лежит такой вот спокойный-спокойный. Вот. И я, да, встала. Я не стала уже никого будить, думаю, мы, ночью Дима уже ему не поможет, ему весь день ездить. Утром вызвали, все пораньше. Угу. Так что благодарю и помяните все Василия. Даже поминаю. Упокоил Господь. Благодарю за чтение псалтыри всех, кто читает. Спаси Христос. Да, все. И хотела сказать, вот все родня неверующие, чтобы мы не стеснялись. Вот у кого родственники неверующие, я тоже боялась. Думаю, вот все приходят, надо им болтать, все. А я стою, читаю, и столько народу. Думала, Дима может ругать будет. Нет. Я говорю, написано, что надо еще раз за час до выноса прочитать, давайте за единоумершего там почитаем. И встали меня люди, поддержали, потом еще горлопаны там забежали, начали что-то свое махать на меня, чтобы я... Так их выставили, а меня завели обратно, говорит, все, дочитывай, да, дочитывай. И на кладбище мы все пели, и племянница меня поддержала, мы с ней святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный пели. При выносе гроба, при могилу, когда опускали, все вот это пели. И в столовую я не хотела поминать, я не люблю, когда неверующие вот эти вот одни, все-таки посты, там они и водка, и все. А потом как вот еду в машине, мне голос, ты начала, говорит, читать? Вот и езжай, дочитывай, доделывай все. Но я еще приехала, и в столовой вот это вот, за столом, за упокойная вот эта вот молитва, я там говорю, я еще раз побеспокою вас, прочитаю. Там прочитала, никто даже ничего, все встали и тоже помолились. И... Так что будем смелыми в этом отношении. Спаси Христос. Да. Вот вам пример, братья и сестры, как нужно себя вести, когда близкие люди уходят из этой жизни, земной. Ну и сегодня вот эти бригады скорой помощи, оказалось, что с одним из них мы знакомы были, ну так, правда, не коротко, но были знакомы. Мы с Юлей дали им визитки, кое-что успели сказать, ну, коротко. Так что, слава Богу, я сказал им, что все это случившееся не случайно, для вас в том числе не случайно. Они как бы перемигнулись, улыбнулись, но противоречить не стали, что все не случайно. Татьяны Кузьминичны нет, но кто может вспомнить, о ком мы не знаем, кто у нас не присмотрен из болящих, нуждающихся в помощи. Ну, Раиса Николаевна болеет, я вот звонил ей, у нее нога сильно разболелась, она говорит, ну шевельнуть не могу. Так что помните, молились за Василия. Это не за нашего Василия? Так вот, нет. Вот Василия. Срёка район. Срёка Василия. Так, у кого есть слово? Игнат Тихонович. Батюшка, уходя, сказал подождать 2 недели. Возьмите это себя за основание. Не разговаривайте ничего. Почему? Поступили документы. Я с утра просил помочь мне здесь. Каждую строчку, каждую букву будем объяснять. Но у батюшки есть подтверждение, то, что или опровержение, документы. Он правильно сделал абсолютно.
Я думал, у него ничего нету, и принес утром, решил положить после литургии ему. А он говорит, у меня есть пока. Кто вчера ему принес-то? Ну, заботятся об этом, молодцы, спаси Христос. Так, я хотел напомнить об одном качестве, о котором почти не разговаривают никогда. Сегодня придете, у кого есть Библия, а у кого нет, по интернету выхода, попросите у кого есть, чтобы быстро нашли вам места Писания. Слово «ждать», «ожидать», «ожидание». Какое важное слово, ожидая Спасителя нашего везде. Уметь ожидать. Люди, которые не умеют ожидать, они проигрывают все и свою жизнь. Если бы я знал, что это рядом помощь, мы бы еще продержались, мы бы не сдались. Город в осаде. Ну, пишут это. Михаил Ларионович Кутузов говорил, наша задача отсидеться и ждать. Не послушал, говорит, меня царь, а я противоречить не мог. Бородинского сражения бы не было. На теле России не было бы глубоких шрамов. Он бы вышел, делать нечего. Подошел Гитлер вплотную к Москве. Никакой даже надежды нету. И вдруг Господь дает мороз, дороги русские. Все, заглохло. А к весне обстановка уже изменилась. Уметь ждать. Поэтому что только услышите, где говорится, попросите подождать. Не реагируй так мгновенно. Бывает, человек уже раскаялся, ну, в попыхах сказал, там, не думал, вот, ляпнул, а теперь, а ты уже помолился, да успокой его, успокой, да не надо доплевать это. Вот он, я умираю, мне плохо, а вот в таких-то годах я ходил к вам. Вы помните меня? Да, конечно, Саша, ну что у тебя? Я умираю. Но я к вам-то ходил не зря. Я в КГБ дал подписку за вами следить и все докладывал им. И вот это последний грех всплыл здесь. Попросите, чтобы... Это один из самых важных грехов для священства. Седьмой Вселенский собор, третье правило. С участием мирских властей, принявший сан, да извергнется, кто бы ни был, хоть патриарх. Вот об этом помолиться надо. Папа Лев молится у гробницы Петра, апостола. И вдруг Господь отвечает, молитва твоя услышана. Петр ходатайствует. Прощены тебе грехи, кроме одного. Но один грех, это означает, не войдешь ты в обетованное царствие. Да какой же у меня грех такой? Я все припомнил. А ты помнишь, кого ты рукополагал недостойных? Ты видишь, какая поросль, какой терновник. Не прощается тебе этот грех. Мой святой Игнатий Ростовский чудотворец. Я в Ростове первый раз был 2 года назад, и в епархию, и везде обратился, где его мощи, так нигде не могли найти. Но у него было в конце, к смерти, когда подошел, видимо, он это осознавал, это у него особая такая кончина была. Он попросил, положите мне под голова в гроб список всех, кого я руку положил. За этим так много стоит. Вот умирает Парфений. Ну, известный в России, там настоятель монастыря. И он дает братьям наказ, затворите ворота, никого не пускайте. Наступил страшный последний день. Я иду ко Господу, и все мирские дела ничего не значат. Пришел князь, ни раньше, ни позже, услышал, стучится в двери. Монахи наклонились из-под ворот, княже, прости, не можем принять. Он сказал, хоронить меня будут, чтобы никого не было. Я даю страшный отчет Богу за все. Это человек, который за собой ничего не знал. Не мог припомнить. Но дьявол искушает, как у Тараси, я напоминаю его. Умирал Тараси 25 февраля. Демоны со всех сторон вступили. Он же святой, канонизированный. Для беса праздницы нет. Вот тут самосмутить душу. А вот ты делал это, тут делал. И он все выслушал. И говорит, все лжете. Ничего этого не было. Поэтому не все обвинения истинные. Иди, батюшка, как предусмотрительно все это сделал. Я думал, что он сейчас начнет говорить. Я снял вторую копию. И после него я пройдусь по каждой строчке, расскажу, потому что это от Илариона. Он пришел здесь, и что, какие слова. Ну, каждое. Молитесь. Эти 2 недели, чтобы Дух Божий положил на сердце каждому. Каждый выскажется. Вопрос не потому, что... От меня что-то зависит, а потому что, как моя жизнь, как говорят, судьба, это неправильно. Она заключается в этом, что есть. Очень сильные нападки на меня были в этом году, просто невиданно. Я только одно понимаю, отшествие мое приблизилось, и Господь дает самое последнее испытание.
клевета страшнее телесной болезни. Иоанн Златоуст говорит, посмотрите, как сатана обступил ее, отнял детей, да как не скорбеть. 10 детей в один день погибли. Ну назовите мне знакомых, у кого 10 детей погибали, их вокруг нету. И он восславил Бога, Бог дал, Бог взял. Имение все, жена против. Да Бог все допустил. Наконец тело от подошвы ноги до темени головы покрыто язвой, несцельной, неизлечимой. И тогда Бога восславил. Но вот друзья стали нападать, он не выдержал. Он прямо ударил, как будто бы в набат, требуя суда Божия. Несправедливо со мной Бог поступил. Пусть Бог выйдет на суд, я оправдаюсь перед ним. И кончилось для друзей очень печально. Он говорил без сисюханья, без придыхания. Он с Богом разговаривал, как будто это равный ему кто-то. Он припомнил все свои дела, я делал, да, я богатый был. Но мясом-то питался весь народ, вся округа. Шерстью моих овец одевались все. Он припомнил все. И ему Бог сказал, кто этот говорящий без смысла? И он, я. И вот я молчу и раз, и другой раз. Закрыл руки. Но Бог подвел и под этим итог. Скажи друзьям, чтобы... Друзьям, говорит, чтобы он помолился за вас. Предложил, что от них уже молитвы нет, от этих обвинителей следа не останется. Потерпите, все будет по-другому, потому что на Россию надвигаются испытания, о которых святые говорили с великим сокрушением. У нас дымится уже с двух сторон, и с юга, и с запада. Не просто, а лютой ненавистью. Чтобы молились и за руководство, за президента, не было покушения на них, за патриарха, за епископов. Усильтесь в молитве. Давид при множестве забот, зато утверждает, находил время 7 раз становиться на молитву. Такой был министр Саблер, про него Лесков пишет, Николай Семенович. Угу. Сидят, придут там большие начальники, генералы. Нет, не принимают. Почему? Да он говорит, сейчас акафист Богородицы считает. В следующий раз пришли, он сейчас акафист Христу считает. Канон ангелу. Это на работе. И он вошел туда. И дела все так как-то делались, он, кажется, не... Незнатный такой был-то. Царь знал, кого поставить. Богу нужны молитвенники, чтобы Богу дать место. В сердце дать место. В нашей жизни, впустить Христа в жизнь, есть такое выражение. Ну, просто нужно встряхнуться. Этих постелек теплых у нас не будет. К чему мы привыкли, друзей, все размещат. Это в Сирии. Бомбят пустые дома, большие-большие дома стоят. Все пустое. По всему миру рассеялся народ. Русские люди все время претендовали на звание «Израиль новый». Ну и считайте, чем Израиль кончил. Я ничего не опротестовываю, но дальше договаривайте. Не только когда на поборе Христос был, но и когда на Голгофу пошел. А перед воскресением и Голгофа должна быть. Для каждого. И с чем он туда подойдет? Вот слышали, как умирают люди? У меня одна знакомая была в краевой больнице, и она говорит... Я не знаю, даже медсестра, видимо, дежурила она. А я, говорит, знала, в какой палате кто умрет. Я говорю, а как ты знала? А вот, говорит, батарея идет, вот, и вот эти трубы идут, говорит. Я дежурю, говорит, чувствую, что-то не так. Я повернулась, говорит, и бежит небольшой вот такой вот карлик. Она написывает, какой он, короткие штанишки у него. И бежит, какую палату, я, говорит, уже знала. Я захожу, умирает безбожник. Я говорю, а верующие ни разу не видела. Другие... Потерялся сын, я прям людей этих знал. Искали, нигде нет. Пошли к ведьме. Но она как сахар, да, кусочек бросила. И она видит, гуляют, сидят, пьют. Ее брат, больше, говорит, тебе нельзя смотреть. Только сказано, что вода появилась, говорит. Он убит и будет в воде. И правда, корабль выходил, винтами ударил. Это года через 20. Сорвалось с него, и он всплыл. И тогда, которая рассказывает, говорит, я решила узнать. У меня тоже брат потерялся. Она все посмотрела. А нет, говорит, он живой. Да как живой-то это? Он умер? Умер, мне сообщили. Так, может быть, он верующий был? Да, христианин? А, таких мы не знаем. Вот это свидетельство людей живых. Они прям по соседству у нас были. Поэтому, кто рядом будет с нами, когда будем умирать? Наши заботы, вот эти, неумение выслушать Бога. Искушение. Искушение двух родов только бывает. Одно – человеческие заботы, второе – от Бога. От Бога только два искушения. Избави нас от лукавого, не веди в искушение. Какое? Болезнь и гонение. У кого гонение есть? Какое? По силам Бог и дает гонение. От кого? Ну, конечно, не от жены только, но от кого-то еще.
побольше. Власти гонят, святые как страдали. Помните тех, которые в Сирии, которых убивают сейчас. По всему миру везде эти люди сегодня разъехались, ИГИЛ. И христиан уничтожают, вопреки написанному в их священной книге в Коране. Нас называют Писание, их Писание, люди Писания. Я ничего не опротестовываю, я только говорю, какую высокую оценку они дали нам. Написания-то не было. Мы не сошлись с тем, что в Коране написано. Они теперь дошли, они наконец говорят, мы почему христиан убиваем? Да нет, христиан-то ничего не делают, не исполняют. Почему француза там убили, почему плененный там попал кто-то. Вот почему. Когда мы попадем где-то, будут ли о нас говорить, да, это люди Писания. Святая Библия, Святое Евангелие было в руках, в доме. Дом, в котором есть Библия, Златоуст говорит, делается недоступным для демонов. Не просто она на полочке лежит. Открой в день. Дети, внуки есть. Да возьмите большой формат, достаньте, чтобы она увесистой была. И куда пойдешь, возьми, чтобы подмышкой двумя руками ее держать. И покажи, здесь все это сказано. Открой, чтобы ребенок своими глазками пробежал. Это будет более твердо, чем оловом на камне написано, как Иов говорит. Я просто хотел на слове ожидать, обратить внимание. Только заболели, таблетка. Оказалось, таблетка еще больше тебе понизит давление. Не надо этого делать. А сколько лет? За 60 лет, это мое личное мнение, не приписывайте мне ничего. Считаю, что не надо без надобности к врачам лезть. Государство, может быть, другие средства эти, которые на нас тратит, на старперов, а потратит на молодых. Упал где-то на работе, несчастье. Ребенок маленький. У ИГИЛа приняли теперь постановление, детей дауны рождаются, всех умерщвлять. Но нашлось как будто немного. Но если так считать, то несколько раз больше, чем в обыкновенном. Это от тех, которые боевики рожденные. Тут тоже какое-то знамение есть. Которые убивают людей, дети дауна. Значит, как они их? Душить? Это и Гитлер делал. Это крест нации в Германии, при всем ее высоком развитии, не знали, чем кончится. А в общем-то Гитлер правильно делает. Совершенно человек не понимает, ребенок искривленный весь, не думает, растительный образ жизни. Исследовали врачи, все говорят, бесполезно. Зачем государству этот балласт нести? Все его в крематории, родители выдали банку с пеплом и все. Я говорю с их стороны, я так не думаю. Но война кончилась. Германия очищена от дебилов, от даунов, от всех. И снова, в самое короткое время, народилось ровно же столько. Сейчас не могу сказать, цифра какая, речь идет о тысячах. И на этом опять остановилось. Крест заново дан, и мы должны его нести. Какой бы он ни был, это крест. Бывает слепо, глухонемой. Как в фильме «Форпост» это показано. То есть уметь надо ждать, что за этим есть. Врачи точно определили, ребенок будет даун, дурной и слепой. Но оказалось, слепой-то слепой, а дальше оказалось, что нормально. Это будет проповедница на весь мир, девочка. Вот как вы знаете, Ник Вуйчич. Ни рук, ни ног нет, маленько ласта у него только. По всему миру президенты, папа римский, все встречают. Какие он там Нобелевскую премию, что ли, получил недавно? Да что, женился-то на ком? На фотомодели. Сейчас сын родился, она привязала ему так, коляска такая, чтобы ровно с ней был, коляска высокая, он ей сидит, ног-то нету. И она катит его веселая, довольная. Я только один вопрос ставлю. Почему, когда знаем мы о знаменитых людях, певцах, как Юрий Богачев, ну такие люди, ну на весь мир известные, почему они не православные? Потому что никто к ним не подошел, а первые подошли баптисты, другие. Вот они плоды растут, а теперь они по всему миру едут, свидетельствуют о Боге. Умейте подождать и умейте увидеть, что за этим есть. Ну и выходишь из комнаты, один раз обернись, простись со всем, что есть. Посмотри, все ли выключено, вода выключена, нет, сколько из этого беды было. Ну поворот один только сделай, на 15 секунд, больше не надо. Рванулся за дверь, не знаю, ты ключ с собой не взял, хлопнул дверь, а ключ-то в комнате лежит. Уметь ожидать – это великое, доброе качество. Которого, лишившись некоторые, потеряли все. Давид умел ждать. Ему предвещено было Богом, что он будет царем. И который гнал его, в руки ему отдал, его сонного только прирезать. И рядом с ним говорит, позволь, я удара не повторю, только один удар. Да не будет этого, сохрани Бог, это помазание Божие. Вот как надо отвечать. Уметь ждать. И наступил момент, когда враги его убили, Саула, и он воцарился. И теперь заботу берет о его детях, которые остались. Ибо Иоаннафана он поклялся тогда, позаботьтесь о детях. Ну из Писания-то извлеки это.
Я на этой неделе братьям говорил, что прочитать всем. У вас записывать есть? Опять нет. Понимаете, я не могу никак заставить, чтобы брали даже. Вы что, все запоминаете? Четвертая книга Царств, 20 глава. Когда выбирали деньги и нашли там книгу, одну книгу, закон Божий. Его не знал ни царь, ни один священник, никто во всем государстве не было. Вот дожили до чего. Да прямо про нас говорится-то. И с книгой это, когда пришли царю, и царь разодрал одежды, что что делать, не знаю, там пророчица Алдама, сходите к ней. Пошли, сказал, она говорит, Бог все это наведу на вас, но так, как ты смирился, ты умрешь раньше, эта беда придет без тебя. Умрешь, а потом эти захватчики придут. Слова Божие не было ни одного экземпляра во всей стране. Нормально? Спрашивается, а что они знали? Пасху не справляли даже. И он впервые совершил Пасху. Еврейский народ не знает Пасху, это уже не еврейский народ. Но Бог и тогда милости не отнял. Ну, прочитайте, это целая глава об этом, я ее не могу читать. Сколько бы раз не читал, у меня как ком какой-то становится, я от слез не могу продохнуть. Господи, это же про нас глава, про Россию, про Грецию. Слово Божие оставлено. Вот об этом надо молиться. И своими силами ковчег Божий, когда наклонится, как церковь, не выправлять, а ждать милости от Бога, трудиться, людей обращать к Богу. Ибо Оза тоже был неугоден, подмыслил задержать своими руками. Богу слава. Отошел. Братья и сестры, ну вы помните, что Игнатий Ильич неоднократно говорил нам фразу «владеющий миром, владеющий собой, владеет миром». А ожидание, умение ожидать, это и есть как раз свойство человека, который владеет собой. Не нужно быть скоропалительными на выводы. Сразу делать вот, а вот он такой, вот случилось так, вот по это, по, вот по его, ему это за это. Это Бог его наказал. Да Бог видит кающегося, а мы видим согрешающего человека. У кого есть слово, братья и сестры? Да, Галя? Я думаю, что это касается сестер, но достоверно я не видела. Когда отец Аким вынес сегодня чашу, многие причастники, люди углубились в молитву. Батюшка читает молитву с чашей. Кто-то что-то понадобилось сразу. Пошел к клиросу, начинает клирос беспокоить. Клирошанка вторую сестру. Пожалуйста, вы в этот момент забудьте обо всем. С чашей, с телом, с кровью вышел священник. Ничего вам не надо. Стойте, молитесь. Попросите у клироса это через 10 минут, если что-то там вот ваше на клиросе осталось. Обратите, пожалуйста, на это внимание, имейте благоговение. У меня все. Спасибо, Христос. Правильное замечание. Очень правильное, справедливое. Ну, во-первых, и клирошанам тоже. Клирошане сами по себе тоже должны быть более благоговейны. По отцу Дмитрию, Галя, ты что там? По отцу Дмитрию. По отцу Дмитрию новостей практически нет. Новость лишь одна, что его вот это рассмотрение, его дела оставили на Великий пост. Когда приедет Агафангел, епископ, приедет к ним на приход, и пока что они собирают некоторые ведомости, лжесвидетели, лжесвидетельства. Галя, напомни изначально. Чтобы этого священника убрать, он неугоден, он людей обличает в их грехах. Да, где, кто, еще раз напомни изначально. Много же. Да, кто-то не был. Фамилию. Хорошо, и начну сначала. Звонила Наташа Приходько. У них на приходе отец Дмитрий. Это новый священник, ну, старый умер. Этот отец Дмитрий соблюдает каноны, стал призывать людей. Но он же знает, кто грешит. На исповеди, может быть, говорят. Даже, может, если не говорят, но когда живешь рядом с ними, ты видишь явные грехи. И стал призывать их отойти от греха, отступить от греха, покаяться в этом. И вот эти люди завозмущались. Им не угоден этот священник, который их обличает и призывает к святой жизни. Они на него, значит, подняли смуту, чтобы его сместить, чтобы его убрали с этого прихода. И вот сейчас этот весь процесс, как бы они, вот с чего я начала, что собирают лжесвидетели, лжесвидетельства на него. И вот эти вот обвинения будут представлены в тот момент, когда на Великий пост приедет епископ их, Агафангел. И вот это вот их собрание будет.
Больше никаких новостей нету. Молитесь, пожалуйста, об этом священнике. Ему, его когда поставили на приход, еще что важно, ему дали жилье. Он семейный человек, у него четверо детей. Идти ему некуда, он привязан. Молитесь, чтобы Бог ему крепости дал. Устоять в истине. Понимаете, все-таки он, как я понимаю, понимает о том, что на нем большая, просто великая ответственность, это паство. Это самая главная ответственность, которая дана священнику. И он, не знаю, как вот он поступит. Либо замолчит и будет причащать всех подряд, как это делается. Либо все-таки он отстоит, что это неправильно, что это не по закону Божию, не по канонам. Молиться. Отец Дмитрий. Верующий. Я хотел поблагодарить и проинформировать. На этой неделе случилось необыкновенное такое событие для семьи, для нашей. Документы все были сделаны на дом. Мама сказала. Да, документы делали уже 10 лет. Даже больше немного. Брат Севастьян сказал совершенно четко, как нужно поступить. Ну, начали там свой ум подключать, и подключались, и денег заплатили в два раза больше, и времени провели. Денег очень много затратили. Денег около 200 тысяч было затрачено, чтобы заплатить за дом. Все. Ну и теперь, конечно, следующее. Мама на этой неделе уезжает у меня. Путешествует в Красноярск к себе. Там будет молиться. Пятый раз нынче приехал. Вот да. В этом году пять раз. Вот сейчас. Ну и все. И, в общем, машину получил я. Так что вот все в одну неделю случилось. Аллилуйя. Господь так делает. Аллилуйя. Благодарим. Еще есть вопросы? Замечания, просьбы, благодарения? Сестра предлагает... Я помянуть булочку каждому, чтобы не ломанулись все кучи. Братья и сестры, помните, я скучаю по занятиям, хочу с вами быть, но нужно идти на работу. Так что помолитесь о негрешном. Значит, песнопение, трапеза и занятия. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово ручую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вы пойдете к Галине, а не нет? Вот ключик. Хорошо. А куда ты бежали? Я на балку, я вынесла на тумбочку, а то уже все потекло. Вот так, давай.